каждый человек что-что о школу вспоминает. И свою первую учительницу вспоминает, учителей, своих одноклассников. Вообще говоря, одноклассники – это как бы своеобразные родственники становятся. Много детства вот это прошло вместе, порой даже ближе родственников некоторых. Конечно, наш мозг так работает, что он воспринимает почти на 80% все в таком эмоциональном свете. То есть мозг дает предпочтение эмоциональному. Вспоминаются и хорошие моменты, и трагические моменты в моей жизни были школьные. Вот. И, естественно, анализируя свое вот детство школьное, делаешь определенные выводы какие-то. Ну, в общем, мои школьные годы застали эхо войны. Ярким очень воспоминанием деревянная одноэтажная школа, такая много зданий. Я гулял на площадке, и вдруг что-то заговорил диктор в микрофон, громкое-громкое такое. И я понял, что надо бежать послушать. А это был полет Юрия Гагарина. Я встретил во дворе школьном и бежал в парк, где стоял вот большой громкоговоритель. И я понял, что это что-то такое по голосу диктора, по вот этой интонации. Я понял, что произошло что-то чрезвычайно необычное такое. Вот это воспоминание. Иногда ходил в гости к своим друзьям, у которых родители были учителями. С некоторыми я играл в шахматы, они меня учили в шахматы играть. Очень с 8 класса увлекся этой игрой. У некоторых я замечал вот эти стопки по 42 тетрадки. Это сейчас я понимаю, это по 42 ученика в классе. Но вот эти стопки тетради у меня в глазах до сих пор отражают. Думаю, как это человек, это всю жизнь... Вот в этих каракулях, в почерках разных, нужно же разобраться. Это же не просто там, что задача решена, а понять «а» или «о», где запятая, где не запятая. И не обидеть ученика, и разобраться в этом. Это, конечно, я понимаю сейчас с высоты нашего полета, что это очень большой колоссальный труд. Я мечтал быть летчиком и бабушке бросать посылки сверху. Прямо я это говорил и сам помню даже. Но от летного дела я оказался очень далек. Потом, значит, мне как-то, я думал, может, в науку пойду. Как-то мне к науке это больше тянуло. Ну, оказалось, как оказалось. По-настоящему я уже определяться начал, кем я хочу быть. Это где-то со второго курса института. А так в школе мне помогали вот, занятия шахматами, занятия музыкой, спортом, общение с ребятами там разным. Мы сами себе стадионы строили. Вот сегодня построим ворота, а завтра кто-то на забор эти палочки забрал. Ну, опять пошли, сделали ворота. В общем, мы сами себя тренировали командой по шахматам. То есть не было этих тренеров. Зарождалась только еще пока вот эта вся кружковая работа. Вот, поэтому я отношусь к такому поколению, что, наверное, только патефон я не застал. А так вся остальная техника, которая сейчас модернизировалась, она вот на моих глазах вся проходила, устаревала, новая появлялась. И вот в своем возрасте уже, когда за 70, я иногда себя называю мамонтом в педагогике. Возраст мамонта. Хотелось бы дожить до возраста динозавра. Каждому ученику должен свой быть учитель. Задача учителя, это я понимаю, чтобы сложное сделать простым. Вот у нас проблема учебников обозначают. Президент образования держит на контроле серьезном. И проблема учебников не так проста. Одно дело сказать, что надо хороший учебник написать. А как его написать, хороший учебник? Если мы напишем научно, то даже учителя могут не понять, что написано. А если просто очень изложить, так автору учебников заклюют. Поэтому вообще, если обращаться к истории вот, написания учебников при Советском Союзе, я был участником одного из семинаров, когда братья Кикоины писали учебник 9 класса. Он очень долго переиздавался в Советском Союзе. И я был поражен. Я записал очень много там его концепций, как они писали, почему.
значит, и я был поражен, что он сказал так, что учебник написан с такой целью, чтобы два человека из класса, из 42 человек, два, почитав, разобрались. А остальным, ну, должен учитель объяснить. Теми простыми словами, сложные, простыми словами, которые в учебнике не напишешь. Хорошо, когда в каждом поколении должны быть встречаться всегда хорошие люди, и даже у плохих надо уметь учиться. Но хороших у нас больше всегда учителей и людей. Поэтому знать каждый должен человек, что он всегда будет вступать в роль учителя. Будь он учитель или на какой-то другой работе работает. Ну вот, например, если брать на злобу дня, я мог бы дать такой совет всем руководителям нашей страны. Будь то директор школы, директор завода. У каждого из руководителей есть коллектив, где-то 100, где-то 1000 человек. И все они совершенно уникальны, эти люди. И если их только ругать, толку никогда никакой не будет. На каждой работе, каждому работнику надо найти такое дело, чтобы оно для него было интересным. Какова задача школы? Я это говорю при встречах со своими детьми, на всяких вечерах встречи. Я говорю, ни один учитель никого никогда не научит. И ни один врач никого никогда не вылечит. Учитель может помочь ускорить какой-то процесс. Вы только сами себя можете научить чему-то. Самообразование – это самые успешные люди, которые занимались самообразованием. Поэтому надо учить детей самообразованию. То же самое с врачами. Самый лучший врач у нас внутри находится, наш организм. И задача врачей – помочь нам. А мы уже должны вот этими инструкциями пользоваться, чтобы заниматься, так сказать, чтобы наш организм излечивал, ресурсы использовал и вылечивал какие-то болезни и так далее. И это везде. Ни один человек, если думает, что кто-то за него что-то сделает, не получится. Он сам должен себе работу найти и сам сделать себя успешным. Разработать нужно систему какой-то воздействия на молодежь, которая будет воспитывать человечность и высокоморальное качество человека. Если мы это не сделаем, это сделают другие и в худшую сторону их направят. А это делает все. Убрать вульгаризацию всяких программ, кинофильмов, книжек плохих. Есть и немалых тиражом в России изданные книжки. У меня детские некоторые книжки попадали, что дедушка попросил что-то, не надо слушать дедушку. Я лучше погуляю пойду. То есть там мягкая такая сила применяется, где не надо уважать старших. Я один самый герой, остальные все люди как бы ничто, да? Вот даже у меня такая есть как бы песенка, перефразированная, немножко придуманная. Никто меня не любит так, как я. Никто не пожалеет так, как я. Никто не обеспечит меня так, как я. Никто не сохранит мое здоровье так, как я. И никто не угробит мое здоровье так, как я. Но самое главное в конце, я говорю, и я один никто без таких, как я. То есть человек один ничего не может сделать. Это сообщество людей. И вот это сообщество людей, у которых интересы с вами совпадают, где-то мой характер будет противоречивый, но нужно находить, тогда вы можете развивать свой и интеллект и достигать вершин больших и так далее. То есть нам надо очень сильно повернуться к человеку, чтобы он не потерял человечность в нашем мире. Вот этот фильм «Слово пацана» я как-то попробовал в интернете посмотреть. Я не смог. Мой характер, моя психология не воспринимает. Хотя я это видел. Эти бойни видел в школе. Они всегда были. Это подростки, это жизнь так построена. Есть такие. Их немного, но они вокруг себя стайки собирают. Где-то смотрели, где-то там, да. Когда это массово, там они через могилки все эти проходят. Мало кто остается. Брали, вроде пробовали интервью у участников этих баталий в России 90-х годов, которые выжили, живыми остались, так они двери не открывают. Они в страшном сне, участники сами этих пацановских боев, они в страшном сне вспоминают и не хотят даже вспоминать про это. То есть вот человек должен перебеситься как-то. Так психология устроена, наверное, эволюция так устроена, что пацанят особенно вот это, она перебеситься должна. Так нам надо как-то сделать что-то замену эту бешенству этому найти хорошее, приложение хорошее, чтобы не через бойни эти уличные проходило, а как-то по-другому. У нас предпринимаются неплохие такие действия по работе с молодежью. Они эти ответственные люди, которые с молодежью занимаются, это мало. Надо, чтобы и родители этим занимались, и общественность, и школа. Все структуры должны быть задействованы. Лет 150 тому назад
Я помню, у нас было введено такое понятие в науке, как энтропия. Энтропия – это, если статистически говорить, это степень неопределенности. Мир так устроен, что разрушить гораздо легче, чем создать. Поэтому, если мы хотим порядок, чтобы был у нас в стране, чистые улицы, качественное питание, качественная продукция, ну, все хорошее, это значит порядок, чтобы был. Значит, надо делать так, чтобы энтропия не увеличивалась. А энтропия, чтобы не увеличилась, надо с этим бороться как-то. Надо с этим бороться. Вот я был в восторге, когда услышал слова президента, когда он в Африке выступал по поводу вот этого, как-то саммит по экологическим проблемам в мире. Он просто сказал. А он, по сути дела, про энтропию там говорил. То есть, чтобы не уничтожить человечество, нужно бороться с, чтобы не было загрязнения всего. У нас скоро вода будет дороже золота. 5-10 лет вода будет дороже золота. Все воды почти отходами загрязняются. Если не обратим внимания на экологию, то природа заставит нас жить по законам природы. И это в десятку. Это человек с историческим образованием, а он понимает, что такое энтропия. По сути дела, он как физик, как ученый высказался о сохранении всей нашей хрупкой такой планеты. Основная глупость человечества – игнорирование вот этого закона, закона роста энтропии. Есть такой фильм «100 лет после нашей эры», где показано, что если вот люди уезжают, заброшенные здания, там стекла вышибаются, растения растут, туда звери появляются, там птицы, волки. Там, да. Вот к этому мы идем, к такому разрушению. Великий нобелевский лауреат физик Нильс Бор говорил, что мы умрем не от атома, мы умрем от собственных отходов. А это как раз закон энтропии. В нашей работе удивительно то, что вот в работе учителя я всегда говорил и буду говорить, потому что это абсолютная истина. Учителям повезло, что мы работаем с самой лучшей половиной человечества. У детей меньше, чем у взрослых всяких пороков. Они еще на пути к этим порокам, да? К этим привычкам плохим и так далее. Их надо как можно меньше, конечно, чтобы были, но они неизбежно как бы... Это инструмент дьявола, они проникают в наш этот мир. Вот у дьявола было две сумочки, вот эти пороки он один чемоданчик раздал, есть такая притча, раздал, и люди купили и начали пользоваться и злобой, с жадностью, и, там, и ложью, и так далее, и так далее. Вот. А второй инструмент, самый страшный у дьявола был, он его приберег, не продал никому. И вот сейчас он им пользуется благодаря интернету. Это разочарование. И которые превращают в депрессию. Это мощнейший инструмент, мощнейший. То есть через интернет можно хорошее дело подставить так, что многие люди разочаруются просто. Очень сильно усложнилась жизнь в связи с вот такой информационной ситуацией. Да? Дело в том, что мозг устроен так, что 40 бит где-то в секунду он может усваивать, а сейчас человека там миллионы бит в секунду пролетает. Какое там восприятие? Там картинки только воспринимаешь. А смысле-то? А если на эмоциях хорошо построено, ну вот и все. Когда я вижу, как дети улыбаются, нам бы такое. Я вам скажу так, дети – это самые лучшие учителя. Вот если бы мы так ругались и улыбались, и радовались жизни, как дети, у нас бы проблем в 1000 раз было меньше. В 1000 раз. Но чтобы не обидеть взрослых, если я раньше все время говорил, что дети – это самая лучшая половина человечества, а мы должны показать своими действиями, что мы, взрослые, самая мудрая половина человечества. Вот если мы это будем делать и поймем, значит,
проблем очень много, детей не будет плохих. Вот поэтому у нас самый такой дорогой и нежный инструментарий. Очень приятно, когда у ребенка что-то получается, он радуется. И очень переживаешь, когда он там плачет, на что-то обиделся. Но он, вот он сегодня обиделся, а завтра он подошел, тебя обнимает, поздоровался, улыбнулся, и все прошло, все прошло. А со взрослым не так. Он, если обиделся, он будет на год, на два, на десять. Поэтому нам, взрослым, надо у детей учиться, как не портить свое здоровье. А если мы вот надолго так вот, значит, мы портим свое здоровье. Мы сами себе вредим.